That's the first thing. Secondly, unfortunately, I do think that... К сожалению, я думаю, идет серьезная подготовка к использованию армии США на Украине. Это очень опасно, неразумно, но это происходит. А использование сил коалиции согласных не сработает, ведь в НАТО сейчас нет и речи о единстве. Большинство жителей Европы не хотят быть втянутыми в войну с Россией. И когда заходит речь о коалиции согласных, кто же на такое согласится? Ну, у нас есть немного румынских войск, польских войск, может быть, будут литовцы, это трудно сказать. Появится ли кто-то еще? Не думаю, что британцам удастся собрать 10-15 тысяч солдат, чтобы чувствовать себя уверенными на поле боя. Франция, они уже и так растянули свои силы в Африке, поэтому не знаю даже, о ком еще сказать.